בוקר טוב. תמה נעשה סיבודים בועיד שלא להפסיק נגד התפלל. כזה שרגמו דרוגו עם מוליצה, הוא נעשה מייצה פרייבלה כגמי בועיד. שלא נחוץ איזה מוליצה, אם אין לי פרייבל פעייתי, זייתי, ועיתי, פנימייתי. עצו לשף בתוך 400 שהתפלל 18. אם היה יושב מקודם ואחר כך בא להתפלל ועמד בקנדו, אם היה יושב עוסק בתפילה או בתורה, לא יקום מקומו. יאס יזוז יאס. שתי תורה. פרשוק תותה, זה סטל מליצה. וזה קוראים תורה, יא נימי פרה ועוזי מוסידת. כבתור מוליצה נמינה מוליצה. Понял, да? Человек молится, я пришел, сел. Прямо перед ним. А? Перед ним. Да. Трогал суд, он молится. Но если я там был раньше его, и я там учил Тора, и он пришел, это его проблема, не моя проблема. А если вот такие вот у нас комиссии? Деление у нас, да, деление у нас. Вот если человек приходит, я молюсь, можно? Да, им проблема. Это сейчас другое. Ты, он задом стоит тебе. Не лицом. Понимаете, лицом. Если человек лицом стоит, значит нельзя молиться вообще возьми. Когда он мечтает раба, то не метр печен ему схони. Только как будто Бог хоть он стоит. На него больше. На него приклинаешься к нему. Понимаете? У меня парка. Здесь человек сидит. Это проблема. Это проблема. Когда проблема? Когда я молюсь, он пришел. Mm-hmm. Ты молишься, и он пришел, заходит сюда, и у него проблема сейчас. Mm-hmm. Он нет, что, ты не проблема, у него проблема сейчас. Почему? Потому что ты сейчас находишься, рубишь хино. Он прошел, он помешал. Он порезал, короче, мою молитву. Да? Нет, у тебя все нормально. У него проблема. Mm-hmm. Поэтому, когда человек молится, Шмона Исре, мы не должны пройти возле него. А если вот скамейки в эти дни раньше нету? Точно такой же. Ты же как стенку смотришь, нет? Точно такой же. Он опоздал, что ты молишься, шмонайся, он не имеет права пройти сюда. Он должен стоять. А вот там вот, вот люди за скамейками тут стоят. Здесь люди да. Стоят в эту сторону. У нас проход, специально проход сделан для людей. Я опоздал на 2 минуты. Окей? Пока я теперь надел, уже второй раз. По закону Тора, если они молятся Шмонайсре, ты не имеешь права туда проходить. Вообще сюда не заходить. Там, возле двери стоят. Возле двери. Возле двери. Без двери. А, из этого люди там. Мы имеем вот, в виду это Шмонайсре. Да. Амида. Да, амида. 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 Он пришел вот сюда, стал молиться, Шмонайсре, напротив меня. Встань. Он говорит, если хочешь хасид быть, встань, выходи от него. Дальше уходи. Вадраба еш лахуш леватель Тора им яком мекомо, им ло ясе усеба Тора от фила, им ая давар бет кенесет, рау лахуш лахмир лаком мекомо, шенеген тспалел, авал им ая давар бет бабайт, או במקום שאינו מיוחד לתפילה, מן הדין אין צריך לקום. Когда дома, например, я молюсь, моя жена прошла, это мой дом воли. Когда это читается, когда в синагоге только. Дети. В синагоге, да. Когда я сижу, Торохом занимаюсь, и ты приходишь возле меня, молишься, понимаете? Здесь ты можешь вставать. Дома ты можешь продолжать да, молиться. В синагоге, когда если ребенок хорошо, проблем, да, позже. Когда ходит ребенок, это лично говорит. Понимаете? А чем это ходит? Вот здесь говорится, имею ли право мне молиться напротив человека, который сидит? Вот это про задача Хозер. Поняли, да? Бухороба, так, вот так сидели старики. И ты приходишь, они ходят, считают Хонсу, и ты начал 18. Да нет. По закону ты имеешь право. То уже они сидят. Если ты бы молился бы, они пришли бы, они имели право посидеть там. Должен быть у тебя дальше. Понимаете? Выходзенья на мишу ковара, я и уше. Ахар как байт палеем, это шмурай среба гирва гирва. Авалах тхила, ло еше вадам лефин палел. Афилу усек батура, обтфила.
שגופתים, או? אגר אם אדם הוא יחוס את מוליץ את זז, יא נעימי ופרוות נחלשו ספרשו, סל נפלות נעימו, נשתה תורה. נלזיה. נלזיה. ואתה לא זנת, שרק אדם מוליץ, מנעימי ופרוות נחלשו ספרשו, סיבו סידד. ברוך אתה אדם, אמן, אמן. ושואל עד לחג, יש להכיר בזה, כשהוא עוסק בתורה ובתפילה, ואינו צריך להרחיק את עצמו, ולבד שעושה את דברי התורה מפיו. נושיאת הסתן, אומנית, я проиграл Тора, он говорит, если можешь, вставай, если можешь, можешь продолжать Тора Хондамбе. Я имею право читать Тора Хондамбе. Чувак, он был виноват, не я виноват. Это мое место, я должен читать, читать Тора. Он пришел здесь молиться здесь. Это его проблема, не моя проблема. Летвика хаше мяхзат филау шлешан цибур. Афальпи шеймар хейр бедеверету худуша. Асу ло ли ешей бату арба амот шелат палел. ואין לימור בזה שאומר כהונה, כיוון שכבר התפלל יוצא דרך עוד התפילה. בכל מקום, אם היה אדם זכן או לחלש, מותר לו לשב. חוזר, אדם חוזר עמו נמוס חונדה. חוזר מניין פטרו פרוצה את זה, מניין פטרו. אלה שלא נכון סידיזז. ואתה חודש חודש וסתם באונגרית, תהי נדורש את הברית, שהוא חודש 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 לטפרטיביסט בסמות על הטבעה. אונגרית, נוז'ה, уйти в сторону. Если человек старичок, он не может, или больной там сидеть, он пускай сидит, мать дальше. Понял смысл, да? Еще раз. А мы сидим чхет, а мы сидим там. Мы антрам штим, мы антрам штим. 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 Он где сидит? Спереди. Он сзади, ты пришел сзади, не впереди его. Спереди. А когда там он больше? Да. Вот вы сейчас сидите. Вот где Иосиф сидит сейчас, ты должен пойти туда. Нет, ты хоть Бахамрачи не ходил. Вот отсюда через него пройти, говорю. Через него пройти нельзя. Это все уже, а понимаете? Вот вы, Квадара, вот сейчас вы даете нам урок. Да. И пришел человек, вот его место вот здесь. Да. Он начал молиться. Не, прямо напротив вас, не имеет права. Не имеет права. Он должен отойти в сторонку, да. Туда, куда-нибудь. Да. Кстати, вот еще один вопрос. Как далеко надо от... 4 метра. 4 шага. Метра или 4 шага? 4 шага. Все, а ты? Поверь, бачок? Да, вот теперь помню. Говорили 2 метра. 2 метра, это 4 шага. Юзи, вини! 4 метра. Не, 4 шага, он неправильно сказал просто. Я сразу исправил. Лифтят полену, бен, бен, вайну, вайну, метр 92 сантиметра. И впереди, и сбоку не имею права пройти. Значит, радиус 2 метра. Я должен раз 2 метра. 2 метра. Сильный легенд. Весь махмирим шалу на шею лифнят палел, филу мликум лоб инап. Ах мейкар один эйн асу на шею лифнят палел, эйла тух 4 минут. Я храс танки сах мигранки даже. Арон там молится, я здесь не сужу. 6 метров до него мне. По законтролю можно. Леки михайки сах гре, хезай там тромши. Даже если твое место вот здесь находится, где ты должен молиться свое время, да, и вы, например, вот человек опоздал, сейчас скажем, да. Опоздал на молитву, часы поменялись, да. Все, вот его это место здесь, он по закону должен на своем месте молиться, но вы сейчас деврей Тора даете, он не имеет права, не, он должен уйти в сторону, все, вторую, да. Понятно, он ушел, там. Да, понял, все. Окей. Нет, Торы на все случаи жизни есть ответы. תבוא לברכה, ולבד שיכולה לעזור לתגרום לו ביטול תורה. אוקיי, אז נעשית, מופנדים חוזר, עוד עם זאת, בעוד בחזר בושקים, 2 מטרה רדיוס, 2 מטרה רדיוס, און דוז'ן, בית דליקו, עד שווה כתורי מוליצה. שווה כתורי מוליצה, היה נימי פרעה פרחדים ועוזנים ועוד בעד מטר תור של רדיוס. נספרה ונסלה ונפפרה, זה עדי מוז'נה. потому что ходит, ходит метром, ходит кавоне, ой, мы ходим метром, его помещает кавоно чему. Вот из-за этого 2 метра, чтобы он потому что видит 2 метра. Он кавона, чтобы не потерял. Есть, он говорит, что кшем, что асу лешев лифен палел, кен асу лисмух Алла, сантан, кшу омед лифен палел. Лисмих рак шиева бдаме. Веш холким, а маком цорих. Еш ла хакен лисмух, ала стендер лифен палел. Абу смеха бдэ шеем, инутен сендер ло юхал ламуд. Он пришел сюда, я не сижу, я стою, но я на него опираюсь так.
На стол? На этот, на стендер. Okay. Он говорит, один рабай говорит, это считается, ты сидишь сейчас. Опираешься же. Уходи. Второй говорит, нет. Если это уберу, ты упадешь, ты стоишь. Значит, отсюда мы вот стоять можно. Сидеть нельзя. Что сидеть? На чем нельзя сидеть? Я еще раз. Когда человек молится, okay. Я не могу сидеть. Возле него. Да. Okay. Но если я стою, что делать? Если вы опираетесь об стол и просто думаете. Если я стою, он говорит, стоять не проблема. Чего? Это стоять не сидя. Ты стоишь. Понимаете? Выход перед что он так? Он начал на твою границу пришел. Опять он не должен будет сюда молиться возле меня, напротив меня. Но я не сижу, я стою. Он говорит, потому что ты стоишь, стоишь ты. Даже ты вот так опираешь, вот так стоишь ты. Он пришел молиться. По закону я могу стоять. Да. Мы говорили, когда я сижу, лучше встать уйти туда. А стоя, можешь стоять. Почему? Он говорит, это не считается сидя. Если я это уберу, ты упадешь сейчас. Это считается, ты стоишь. Папа еще, лицо его смотрит. Он все равно его смотрит. Сидя другой, стоя другой. Сидя, как будто ты специально сидишь. Понимаешь, да. Стоишь и другой ходит. Поэтому это проблема вот его. Вы сейчас молитесь. Вот сейчас вы молитесь, например. Я не понял. Я подошел к вам и облокотился возле вашего стола. Я могу это делать? Вы не поняли ничего. Я ничего не понял. Вот это последнее я не понял. После шабота ты. После шабота, да? Не, на антибиотиках просто. Еще. Да, в голову не заходит ничего. Еще раз. Ты пришел, опоздал в синагогу. Окей, да, хорошо. Я сижу, читаю Тора. Окей. Твое место находится вот здесь. Он напротив вас. По закону Тора ты неправильно сделал. Потому что я сижу здесь. Вы уже первый здесь. Да. Ты должен сейчас найти другое место, 2 метра от меня дальше. Окей. Okay. Я должен встать, уйти или сидеть? Я имею право сидеть. Это ваше первое место. Потому да? что я Тору читаю сейчас. Вы здесь уже были? Да. Первый пришел. Да. Если хочешь быть хасид, встань, уйди. Встань, уходи туда. Поняли, да? Понял, да. Второй. Второй. Я не сижу, я стою. Я стою, учу Тора. Он пришел молиться. Okay. Один говорит, это считается сидя. Он говорит, не сидя, он стоит. Если он даже облокотился на это, понимаете, он упадет, он считается сидя, он стоит, стоит. Стоит не проблема, говорит. Сидя другое. Понял, сейчас помни. Он что должен сделать? Вот то, что он должен, может даже стоять, продолжать, а он может здесь молиться. Да. Все, вот этот вариант да. Я не понимал. У него проблемы есть сейчас. Он стал у меня проблемы нету. Все, я понял. Вы уже, да. Потому что я... Вы не виноват, он сам пришел. Да. Понял. Если умрем, что к чем, что асур лешев, лифнет палик, кен асур не смог, Аллах стендер, что он умеет. Один говорит, нельзя, как нельзя сидеть, так же нельзя стоять, на этом стоять, держать. Смеха, кшева, он говорит, это считает, ты сидишь сейчас. Второй говорит, нет, неправильно. У меня цоре, есть на акеле, смога на сестен, лифет палел. Има смеха, каза, что им, неправильно, цанстен, но и хала амод. Если это возьму, он упадет, это значит, что он не сидит, он стоит. Он стоит. Так что ему можно. Вот у меня к вам вопрос. Я слышал очень много лет назад, когда я учился в Ишиве, что нельзя стоять сзади человека, когда он молится лаш. Потому что когда он отходит, если Шалом Бен Рума говорит, минимум надо какое-то расстояние держать. Окей. Okay. Вот просто я хочу понять, вот, например, бывает так, что мы этот порог этот открываем, и мы пока добегаем туда, здесь уже люди стоят, начинают уже кого-то делать на этот лаш. Ну, закрываем это. И мы вот я иногда бывает так, что я сзади вас стою. Я знаю, что вот для раба нельзя стоять молиться. Я пытаюсь 2 метра отойти, но здесь уже люди. Вот как вот ситуация, вот эта ситуация быть? Потому что здесь очень узко, здесь пройти иногда невозможно. Okay. Понимаете? Вот как нам быть? Вот я закрыл, например, парде, шабот. Правильно? Я бегу туда, здесь уже люди стоят, я их не могу отодвинуть. Они уже кого нос сделали. Они уже... Они еще не молятся еще. Ну хорошо, не молятся, но все равно их не хочу отдвинуть. Здесь невозможно. Это проблема. А сейчас в тайном вте еще может быть проблема. Да. Да. Сейчас другое правило. Когда я молюсь, ты находишься сзади меня. Да, вот это хочу понять. Я имею право утечером делать, не имею право утечером. Нет, вы? Да. Тоже посмотреть. Вы же смотрите, за это мы смотрим назад. О, если он не закончил, он стоять.
чтобы его кого-то не сбить. Если, чтобы его не сбить. А если уж повторять начали. Вот, значит, сейчас есть право отвечать. А можно отвечать? Да, ты уже сказал, назад, только отвечать. Ты не сделал, что мне сделал ты. Ты сейчас можешь. А потом он слышал, он сказал. Да, когда, после он, того, как, когда он уже ушел. Надо еще повторить? Да. Да, можно говорить уже. Все можно. Даже бейлокай нецор. Если находишься бейлокай нецор, то имеешь право отвечать. Ходош, ходош, ходош. Борух, шем, кумахсуто. Все, ответ не имеешь, емлёх не имеешь права отвечать. Уже после ЕЦФ все может отвечать. Просто я его жду, что он потом сделал мне, сделал, уйдет от меня. Вот вы в прошлый раз нам сказали, я помню, что сзади рабай нельзя. Рабай нельзя, а другое дело рабай, да. Это 2 метра нельзя или вообще нельзя? Нет, 2 метра. Вот вся расстояние 2 метра. Да, 2 метра. Чтобы ты его не поставил в такое положение, что он не может делать обратно. А все шалом, да? Хозир. Остакали своих хозир, пока рабай не закончат, начинают. Да. А здесь почему начинают? Хозир, я дал разрешение. Стой, стой за мной. Я не могу пойти сзади. И все стоят. Весь народ стоит за тебя. И ты на гуно, на гуно считается. Гуно не знают, но весь народ тебя ждет. Это называется хозер. Варуш время. Марту, мы тут базу умом сюда. Понял. Понял, да? Везде это, одном дороге боят. Мандонам ки хозер, а пшик мечтама. Пшиман киште. Мандонам ки хозер, одам хозер слаб. Бехона, я лучше убегать в другую сторону мочка. Понимаете? Или, когда ты идешь, он здесь стоит, идешь, так делаем мы, делаем так делаем. Вот здесь у меня человек стоит за мной, он еще молится. Я могу так делать. В сторону отойти, 2-3 шага, да? Когда вот делаем, да. Вот так. Понял, да? Так могу делать. Потому что у нас там нету места сзади, эти 3 шага, я в сторону хожу. У меня так, слава богу, ряды купили мы. Творит Баэр, Шеима, Йошев, Йошев, Хвар. הוא בא ועומד בסד, בסדו להתפלל, מעיקר הדין אינו צריך לקום. יא, יש שום צורך נוסדים. און פרושו ועוזס מוליצה. און גיד, אין פרובלית, כמו יש פרדות זית. שערי זה בא בגבולו, און ונבד, נהיה ונבד. און ונבד. ואין חילוק בזה בין אי מהירה, הדבר כן בביתו, או בית כנסת. פעם דורך חוק כנסת הבא, חוק כנסת הבא, חוק חול הבא. דחול שיושב כבר בא זה ועומד בסדו, אין צריך לקום. Я сидел, он пришел, стоит здесь у меня. И стал молиться, он говорит, это его проблема, это его проблема. Это его проблема. Он сам попал. Он попался, не я попался. Ведь хулкима время находится в бито. А вал бы меня, кого ва, вы хоть шекен, мы беда кенесе, царих лаку, яхлам кивне. Кенесо по шагар, вату хези. Вату хези. Понимаете? А если вы сидели и пришел кто-то, не зная законов, напротив вас молится. Вы должны быть хасидом, встать и уйти. Да. В сторонке. Да. Значит, вот к этому он идет. Да, да, да. Понятно. Шу маком миюхал лехол мин адам. Вейшу усифу. Тафилу им хей мекомо кувуим лехол эхад. Шекун им бедмамим. Нам еш лахмин. Хаджо мега мэм пла хирда, ма джоя хирда, ма трэм штима хозин. Ма кубот хидан шакубе. Шу мега тони агар хис. Хасид был шо. А, тони хис. Понимаете? אך בהישג בתורה היא להחמיד, כי תתמשיתי שתורו חוזר, חוזר, נפסטווי. נפסטווי, וזה דאורייתא, דאורייתא תורו חוזר, מה אומרים לדבר על ברמות מורית, זה דאורייתא, יסיני יבוא. מכל מקום מידת החסוד לקום, אפילו באופן כזה, אבל אם הוא עוסק בתורה, אם יקור מקומו, יגרום לו לבטל תורה, אין בזה. אגב, מה חוזר תורה, מעולם הגר חוזר, יא פרגליים שוטר, נפסטווי. Кого? Но мысль... Я проиграю свою мысль чтения, что Тора ходит, из-за него. Память повторяет. Поэтому Тора говорит, да, вот мы давно больше агар, как вахи, для Ашмиро, он должен знать, где я стою, напротив кого я стою. Он раньше мне пришел, я должен обойти его, понимаете? Или ма ходит, он там, он молится, я опоздал. Я уже знаю, что он молится, я имею в виду, это мое место. Это мое место, купил я, не имею права. Вот у меня к вам вопрос. Вот, например, я опоздал на Зимирот 10 минут. Да. Я захожу с туфлином. У меня здесь стоит человек. Сидит два человека. Они просто читают Зимирот там. Читают там. Эй, моя. Которых. Я могу их поднять, сказать, ребята, я хочу пойти. Эй, проблема. Это твое место. Только лаш. Не имею права. Только лаш. Только лаш. Все, понял. Только лаш. Шмай Исраэль. Я знаю, что Шмай Исраэль. Кого нахер? Что он сейчас вот так сделал и ушел. Окей, подожди немножко. Главный Шма Исраэль это
Шмай себе, наки дигисбе. Только шмай. Шмай себе. Да, вот это одно предложение. Да. То Борух Шем. Так? Вот мы говорим Шмай Исраэль, Ашем, Ашем был будет Хор, есть, да. Элехену, который да. может делать все, да, опять да. Ашем, и опять Эхад, один, семь слоев, правильно, и туда-сюда, и вот это самый кавано, вот это самое главное. Да. А все остальное, это, если даже немножко потерялся, да, это да, ничего да. не значит. Да, но стараться, да. чтобы даже хотя бы на первый куплет, да. Садахонате и Монаку, понимаете? Если рабай прошел, не вставать? Вставать, не вставать, это другой хозер. Вставать, проблема хозер. Нет проблема? Нет, шмаба, имба проблема, здесь проблема. Главное. Потому что мы Мишна Брахотка проходили, если король проходит... Май диги король, король диги... Сейчас скажу тебе, мы Алахот не учимся в Мишнайот. А, мы просто знаем историю, откуда да. все исходит. Мишнайот это не Алаха. Алаха другой, Мишнайот диги. Значит, если ты знаешь Алахо, но если ты так ударение на Мишно не ставишь, ладно, Алахо, чтобы не попал. Ладно, Алахо, Мишнайот это Гамара. Да. Мишнайот это Гамара. Ахшаб, это Гамара, а дурный Мишнайот выводит Алаха вытаскивает. Мошенькара, 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 Мишнайот это. Он вытаскивает Алахо. Поэтому мы не имеем права учиться законы мя Мишнайот. Мишна это просто это Гамара. Как это сделано? Откуда вышло это? Откуда вышло, да. А настоящий Алахот Дигей. Значит, Йосеф Каро, он из всего взял, да? Да, вайхозыр, китуми, хотя бы пошо, там другое дело. А бри, туми тарси, китуми, хозыр. Чтобы он не убил тебя. Да. Понимаешь, хозыр? Ма хозыр, дадим хезир, хоро хезир, метрам, ма. Вот я Шма Исраэль читаю. Вахавта это Ашем Элокейха. Да. И напрекся я. Я все, кого он сделал. И раз рабай проходит. Что мне сделать? О, там написано так, хозыр. Агату хозыр. Кого он не пора, не вставай. Кого он не пора, тебе. Только на Шма Исраэль, а на остальное все я могу встать. Да. Даже, может, просто вот так чуть пристать. Вот даже имеется хозыр, имеется хозыр, имеется хозыр, имеется хозыр, имеется хозыр, ты мистаешь, ты мечтаешь, ты мечтаешь, омин. Или даже спрашивай, что он в тамбе примерно. Да. От Виколом, где, что он в тамбе, когда между абзацами. Да, между, да. Хозыр, между стихами. А квадрал, как рабай он так, а? Чехе стал так. По закону Тора на всю кому-то. 108, вот так, ровно. 100... Ровно? Да, да. Да. Окей. Им я омбе бетхила, рое адам шеба лецедо итпалел, минади мутал ло лошевет ממקומו кодем шитхил, пил бецадо. ומכל מקום, אם נתקר שיושב משום אחי, יש לאסור משום דלתא. אם היה עומד בתחילה, רואה אדם שבא לצדו להתפלל, יסתיו, יפישו שלא פרחוית מליצו זה מניע. מן הדין מותר לו לשבת במקומו קודם שהתחיל לו. פזקון תורא אם יש פרסידת, און שנעת נעצ'ו. יא, אם יהיה פרסידת, און שנעצ'ו. תורא מבקים מקום מקום ניכר שיושב משום אחי, יש לאסור. ולסיבית נשות יכול לצטוק שתי דרוקי הברוקי, הוא נכון הופתע. תראים יש פרסידת. Еще раз. Он пришел, и я пришел. Вместе. Он уже сейчас хочет, а сейчас вставил там. Он пошел взад, еще не начал. Я бум-бум сел. Сел. Okay. Он еще не начал. Он только сейчас начинает, а сейчас вставил там фиаги тридеха. Вы напротив него сели специально, чтобы он не молился возле вас? Нет. Это мое место. Это мое место. Я его обогнал. Okay. Он еще не начал Шмона Исре, я сел. Он говорит, слушай, по закону Тора ты правильно сделал, сел. Но если это видно, что из-за него ты сел, не имеешь права сидеть. А что он встать и уйти, даже если вы рабай. Да, 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 имеет право, можно рабай. Рабай такой же человек. Да. Рабай Тора, да? Ну, хозир, главный для человека, работай. А политиха? О, хозир, кого нужно мне пора? Давай не гомбе, куда хозир примерно. У хозир совсем, кого нужно мне пора? Ма хозир стал, я стал. Причиной, причиной. Причиной, что его тфило неправильно будет ходить. Зачем это нужна проблема? Да. Представь, вот так вот сделает, там говорит по телефону, ты ничего не понимаешь, а он на него смотрит. Он же... Вот так, вот так, вот так. Очень, невозможно, очень это очень трудно. Кшиеш мехица шель зухид лифня митпалел, о мина цадим, мяхар басов сов, палел роэ, эда йоше лефанав,
לא מענה בזה הפסק בזוכחית. וכן הדין, לעניין לעבור לפני המתפללים, כשיש הפסק מחיצה של זוכחית ביניהם. ובמן החוזר, נשים את זה ז'נסקי מסטה. אתה עם מסטה, אתה קורא אותה קורא... פרדה, מחיצה. מחיצה. אתה לא מבין, כי אתה קורא עם מסטה חוזר שישה אותה מוליצה. אור מן הצדדים, אלי סטרנח. מאחר וסוף סוף המתפלל רואה את היושבים לפניו, נופקנצה כזו אונס וידית. אותה מוליצה, זה הסטיקלום, אונס וידית. לא מענה בזה הפסק הזכוכית. אתה לא מגיע, אתה נשתייצח, אני פעם הגעתי בה, אתה נשתייצח, חוזר טובו, חוזר לא בלי אותם חונסותי. איבי. תביא לי שיבו. סיכלו. דה. לא מענה בזה הפסק הזוכחית, וכן הדין לעניין לעבור לפני התפלל. כשיש הפסק מחיצה של זוכחית ביניהם, דה שאון תעמול לציין עם הגוף פרטי, אתה אמץ אותה כסה בסיכלו, אמץ אתם. בסקורת תורה אין מי פרטי. און מיני ומשדומנו יבוא, יש את הכל זה פריגרדקה. דה, פריגרדקה. און גדנית. פתאום שאת מבינית. Он тебе видел. Когда не увидел другой, когда видит, значит, я имею право. А если человек слепой, можно прогать перед ним, да? Нет. Слепой тоже такой же работает. Он тебя нюхает, он тебя слышит. Он чувствует больше, чем ты. У него шестое чувство есть. Мы когда учились в музыкальной школе, мы плохо учились. Слепой так учился, лучше нас, в два раза больше. 100%. Они способны ударить. Писали меня вот так. Мы неделями сидели. Он чик-чик-чик-чик-чик. У них имеется... Свойство спешил, когда добинал его. У них это да, Божий дар у них есть, 100%. Это Божий дар есть. 100%. Они способны, у них память хорошая, они чувствуют, они считают шаги. Каждому, они что он способен. Они шаги считают налево, направо, не знают, где что находится. Окей, Барух Ашем. Асур ла вор мкрил палили бетух арбат эмок. Асур, я не имею права, кто молится здесь. Я не имею права, пока он не закончит. Нужно искать другую дорогу. Он здесь стоит молиться. 2 метра не пройти я. Дорога закрыта для меня сейчас. Я должен вот так пойти. А если сейчас вот например, человек вот так молится, то они должны пройти. О, подожди сейчас. В Иисусе его афилим зман азе шеэйда кол мухованим. Он говорит, даже в том случае, что духовный кого-то кормит, он так читает. Не имеешь права. Подавка лифнехем. Авал бацедей мута лавол бламод афилим батух арба амод лахэн. Он говорит, 4 шага впереди. Если эти стороны можно пройти. Ну-ка еще раз, чуть-чуть 4 шага перечет. Когда он молится здесь. Окей, вот он здесь стоит. Вот, да, я не имею права проходить сюда. Впереди. Впереди. Но со стороны 2 метра... 2 метра радиус. В двух радиусах я имею право. Еще 2 метра можно. Можно проходить. Можно проходить, говорит. לכן מי שסיים תפילתו ומאחריו עומד מי שלא יסיים תפילתו אם אחר שיבצע שלוש פסיעות יכנס לתוך 400 לא יבצע שלוש פסיעות פתאום שזה החשוב זה עושה שלום ידי עושה שלום זיידו 2 מטר יבוא זיידו שעשיבו ויבוא רדיו זיידו דה 2 מטר יעני מפרו זה עושה שלום איבי נימי פרו עוד מי עוד סתאים ורידו עוד ורידו יסתאיו סבוק Вы сказали, что сбоку можно. Стоп. Вот 5 человек здесь купили место, правильно? Вот 5 человек в субботу стоят. Вот он, у него нет возможности правильно назад пойти, на правильную сторону пойти, и невозможно ничего сделать. Как ему быть? Нет, он делает. Он... Вот чуть-чуть так. Да, чуть-чуть. Все, чуть-чуть. Уже пока что он уже... А, он старается что-то, пытается показать, да. Обязательно, что камеры? Обязательно назад идти. Да. Но когда я молюсь здесь, ‫חודחת בקרן זה קולון שווה, ‫הגע פגע. ‫-חי, חודחת. ‫-חודחת, נתראה גוזרים חודחת. ‫יש יזני שלו, זה מנוע של הצלווק. ‫יזל עושה שלום, זה לא, ‫יזדו גרעיצו 2 מטר לטביעה. ‫אוקיי. ‫זה שמי פרווה יד ילו עושה שלום. ‫לא זו זדעת. ‫דאז'ה מניקים שקמי? ‫נה, עוד אני גבורו, עוד ונה פרווה... ‫-נה, פזקון דורד דורד זה ילד שק, פזקונו. ‫עוד אתו נגע, эти, ну, это вперед, okay. Должен пройти вот сюда. Пешку лебе. На каблук. На каблук. Окей. А это сейчас придет на это каблук. Окей, уже 3 шага. Все, 3 шага считается.
Не так они, так он сказал, не метр, не метр, другая горды. Вот так ты стоял, правильно? Раз, два, три. Три, все. Все. На место. А вот мы когда начинаем, ощущаем ситуацию. Там не надо. Ничего назад. Ничего не надо, сразу ушел. Сразу ушел. Стоишь да. На месте, пошел. Учились с вами. Большая свобода, ты стоишь, сразу заходи. Так он сказал, первый раз другой. Ух ты что, ломба? Там нужно, почему там нужно? Разделяешь его. Потому что ты, опять же, буролом, ахкюлов, так как будто получилось разрешение, что я ухожу уже. Раб, типа раб, подходит. Понимаете, да. Поэтому он говорит, Хозейн, има ахаша басия шалот пасиот, лиханету арба амаот, ло им ся шалот пасиот, эла ямти на ача ото, ша уме ахалав исаем, подожди, пока он закончит. Я должен ждать, пока он закончит, пока я имею право делать ותשלם בי ברבו ברוך הוא. ואם אחד שפצע שלו פציעות יהיה מצדו שמתפלם לפניו בתוך ארבע עמותיו ולא יהיה ממול פניו ממש רשאי לצל של עצמו פציעות. תרומי כי סייה בודו דלת ני בוזים נא אתם סבוקו סבוקו ידויו там я тоже захожу на его границу. Он что говорит? И чтобы сошел твой емецудо, шлем твоим тох арбамот, я уже дошел его дошел 2 метра его расстояния сбоку. Влоем мол панав. Я не стою напротив его этого лица. Я только сзади, сбоку. Рашай, я имею право сделать вечером. Еще раз, я вам покажу сейчас. Я здесь стою, правильно? А вот здесь стоит. Хай. А вот здесь стоит або. Хай. Сейчас я должен подключить ровно так. Uh-huh. Я дошел, что 2 метра расстояние твой мне. Uh-huh. Я имею право. Вы в мой этот... Я дошел твою границу. Границу, да. Он говорит, хорошо, если я так стою, я сейчас иду твою сюда границу. Тут раз, два, три, все. Вбок. А я тебя лицо не вижу, uh-huh. Я имею право так делать. Uh-huh. Со стороны. В бок ушли. Со стороны. Вы в бок ушли. Да, сбоку. Но задом я не имею права прийти к тебе, потому что ты 2 метра, я не имею права заходить в 2 метра. В мою оболочку он имеет право. В дверях Зуар пишет, человек, который молится, он даже не имеет пройти возле него, сколько расстояние, когда он, сколько я вижу, он имеет право проходить. Это может быть 0.5 километра. Это Зуар, Каббала пишет. Вагам шелой лавор мецеде ампалил. Даже оттуда нельзя. Вато арба амод бикар один. Эйн царин лахум базе, амхир, давид ван Зуар, тавол маха. Ромен гейт это Зуар. Габарухо Боши. У нас имеется закон Тора. 4 шага, 2 метра. Спереди, стороны. Старайся, когда человек молится, не переходи его границу. Но если хочешь быть сади гадол, вообще не попадай его, не попадай его в границу. В глаза его попадай, чтобы да, не поэтому, мешал. Да, поэтому, мы должны знать, работай, потому что конечно, май до больше агар, а мы ходим худахат, как быть, коэма как быть, как быть человек, который старик, должен пойти в туалет, как это быть, он молится, ולכן מיוחד נוח לך, אתם איתו ברכה שלך, כבר נעשה אותו ברוך השם וחייל, עושה ממנו, מה לא מה? לא מה, עזק וברוך.